Мне хотелось бы вспомнить о Юрии Николаевиче Холопове, человеке очень много для меня значащем, учителе, скорее именно не как об ученом, а о педагоге. Ведь учителя передают нам не только непосредственные знания, но и весь свой опыт, в том числе педагогический опыт, это делается невольно, это транслируется самой личностью преподавателя. И это тоже очень важный, ценный и неповторимый для меня багаж жизненный. Юрий Николаевич цитировал часто Способина, и в том числе такие забавные выражения. В частности, он говорил про ЦМШ, что ЦМШ – это детский сад при консерватории. И вот я как раз из детского сада учился у Холопова. Сначала в ЦМШ с 1985 года, потом поступил в консерваторию. И между этими датами лежала служба в армии, и там я с ним виделся, в Ростове-на-Дону, так получилось. И он, надо сказать, при таком теплом содействии Валерии Стефановны Ценовой, своей ученице и моей учительнице, моего педагога, много сделал для того, чтобы мне там облегчить армейские времена. И когда он приезжал в Ростов с лекцией, это была его теория знамен кладов Гексайк. Я попросил своего увольнения и пошел слушать. После этого ждал его на улице. И вот он выходит, и такая немая сцена, то есть он, я перед ним прямо вот, и, так сказать, выскочил и ничего не говорю. Почему-то мне казалось, что он должен сразу как-то отреагировать, это по молодости лет. Он чуть-чуть молчал какую-то минутку, а потом сказал, едва узнал. Это вот была его манера такая аскетическая, речевая. Потому что я был острижен, но было совсем другой внешний вид, чем в школе. Потом в консерватории я попал на его курс и слушал гармонию, потом музыкально-теоретические системы. И потом в аспирантуре, и дипломную работу, и диссертацию писал под его руководством. Так что вот такое общение примерно 17 лет получается только в общей сложности. Потом уже и работал тоже, ну, можно сказать, под его началом, вот в бригаде имел небольшую нагрузку. И мне вспоминается, главным образом, может быть, чувство такое, как ни странно, равенство. Может быть, это самонадеянность со стороны ученика, но вот в ЦМШ, в особенности, какие-то вот яркие такие воспоминания оттуда, что, конечно, приходит профессор, ну, понятное дело, и так, как никто, ведет занятия занимательные и очень интересные, музыкальные. Но все равно какое-то такое чувство, что вот у тебя есть обязанности, и в него тоже. Вот он, это очень-то хорошее, как бы послушание такое. Вот он несет свое, а послушание ты несешь свое. Насколько можешь.